Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал CamusMan, и сегодня у нас баскетбольный влог. Мы приехали на плей-оффный матч Локомотив против Химок. Посмотрим, кто кому жопу порвет. У нас сегодня кайфовые места. Пятый сектор, третий ряд, второе и первое место. Смотрите, какой вид. Я не поленился и сходил за трещотками. Блин, а как же еще-то, а? Сегодня в кассе баскетбола. У Алисы своя трещотка. Да. Он будет хрустеть за Локомотив. Да? Народ начал уходить, потому что минута 20 осталось уже. Мы просрали. 63-77. В этот раз мы поступили немножко умнее и оставили тачку вообще не здесь, не на парковке. Потому что сейчас начинается битва за выезд. А мы, да, профукали, проиграли. Жалко. Ну, такое бывает. Ничего страшного. Все равно мы Локо любим. Да. Насмотрелись там, блин, на людей, которые ходят и хлещут кока-колу. Ага, так захотелось что-то, какую-то газировку еще прохладненькую. И прям... Мы чуть ли не в один голос с Алиской опять-таки камбучу. Да? Камбучу. Едем на набережную в Табрис, там просто самая вкусная камбуча продается. Она еще где-то продается, возможно. Но, в общем, мы едем туда. Я даже забыл уже, какие там вкусы, правда, есть имбирь, что-то оригинальное, что-то еще. Зеленый чай. Да-да-да. Ладно, сейчас Иван уйдем. Иван чай. Да. Практически 10 часов в городе, машин куча, пробок куча. Как давно мы не покупали, возможно, здесь вообще уже и нет этой камбучи. Блин, там трется мужик, я вижу ее. Я ее уже вижу. Да? Какой-то новый появился вкус. Но нет, я был. Вот, гринтис C4 были у нас. Да. Я взял зеленый чай, Алиска взяла яблоко и тофу. Все, двигаем на кассу. Едем домой смотреть 17 причин. Уже 17 причин. Будем смотреть? Ну, в смысле, а как? А под что ты будешь пить аккуратно? Хорошо. Будем одну серию посмотрим и все. И спать. Ох, этот звон бутылочек. Камбучи. Дорогой. Вот этот Табрис, где мы только что купили камбучу. Выехали вот так вот, проехали, встали и идем в другой магазин, в котором хотим... Ну-ка, закрывайся. Хотим купить сосиски. Мы сегодня были, на игре на этой, и я увидела мальчика, который ел сосиски в тесте. И мне что-то прям так сильно захотелось. Мы смотрелись, заразились. Да, не купить сосиски, не купить слоеное тесто и сделать. И знаете что? Сегодня. Возможно, нам стоит сделать как-нибудь отдельный спецвыпуск какой-то, спецвлог, в котором мы расскажем, чем мы питаемся, блюда, которые мы, типа, жрем, и которые вы можете повторить и, типа, кайфануть. А, дерьмо, они работают до 9, мы обломались. Раньше до 10:30 работали. Это было раньше, деточка, времена меняются.
Честно говоря, когда мы шли на этот матч, я... Ну, у меня была надежда, что Локо победит, но я знал, что Химки — это сильная команда. Я знал еще, вот, если я не ошибаюсь, то именно про Химки я еще слышал когда-то, черт знает когда, когда вообще баскетболом-то сильно не увлекался, но знал, что команда сильная. Может быть, с кем сейчас я путаю, но в любом случае сегодняшний матч показал то, что чуваки в обороне играли просто божественно. Трехочковые кидали, пипецные. Разница небольшая. Но разница небольшая. Локо прям вот, они прям вот постоянно на пятки наступали, и потом те отрывались, но в конце, в четвертом периоде, получается, в четвертой четверти, как там правильно, и Локо вроде как начал, ну-ка, Горош, перестань, не перебивай меня, начали атаковать как следует, прям агрессивно, были очень красивые мячи, но и ребята, ну, наши, Локо, но и Химки, они прям... трешечками закидали так, что сделали отрыв там в 12 мячей, 12 точнее очков, не мячей. Вот такая вот игра сегодня была, я не знаю там что, надо посмотреть вообще по таблице, Локо остается или не остается вообще в плей-оффе, не выскочили еще, да нет, не должны. Но у нас 13 причин почему. Камбуча. И отдых. Всем пока. Я чувствовал себя особенно. Это мелочи, будем доверять мне. Пока. Пока. Не узнаю.